Абсолютно сумасшедшая презентация нового клипа Корнелии Манго отгремела 2 марта в самом центре столицы. Караоке-клуб «Ля Музон» распахнул свои объятия звездной тусовки. Я пиар-директор Корнелии Манго, меня зовут Никита, и я сегодня помогаю ей устроить этот вечер. Мы сегодня собрали множество звезд, все буквально прям ломятся, у нас даже не хватает чуть-чуть мест, вот, но мы надеемся, то, что все сегодня к нам придут, всех мы сможем посадить, вот, и все у нас будет хорошо. А здесь будет выступать ее жених. Его зовут Богдан, и он чемпион России по битбоксу. И вы сейчас все это увидите, потому что это буквально шоу. Впервые такое происходит, когда соул-певица выступает под битбокс. И у них, конечно, прекрасный дуэт, и вы все это увидите сегодня. Премьера песни под битбокс. Привет! Здравствуйте! Поздравляю тебя с премьерой песни. Спасибо большое. Расскажи пару слов о клипе. Ну, дело в том, что мы решили заснять такое яркое, весеннее, летнее такое видео, где можно было бы показать всю яркость женщины, которая к лету худеет. Я приехала поздравить свою подругу Корнелию Манго сегодня. Наконец-то мы видим клип, презентует она. Похудейка! Привет всем, друзья! Как настроение? Отлично, как вас? Да все классно, все улыбаются, радуются. Я тоже счастлив, мои дреды распустились. И все здесь солнечно. Ты что-то чувствуешь? А, да, конечно. К лету хотела бы, наверное, как-то сбросить вес. И я думаю, что ни одна девушка, даже как самая стройная, она всегда сталкивается с тем, что сложно это сделать. И мне всегда было это сложно сделать. И я, наверное, единственный человек, который то полнеет, то худеет. И мне хотелось такую песню записать, которая бы была бы про похудение. Ну, вы все увидите. Так что давайте все вместе, внимание, на экран. Сейчас будет то самое яркое событие. Песня называется «Похудейка», и я жду вас аплодисментов! Ну, давайте, громче, громче, все поддержат Корнелию! Вместе! Опять меня вселился в вес, не вижу на весах прогресс. Нам нужно срочно похудеть к лету, мы обе знаем точно, как соблюдать диету. Утром, днем и ночью спортом заниматься. Корнелия, с днем рождения почти что. То есть это рождение нового ребенка. Мы так всегда говорим про свои песни, про свои клипы. Она как творческий человек, всем творчеством от нее просто веет. Вот скажу банальную фразу, человек талантливый, он талантлив во всем. Песня «Похудейка» как раз таки, вот. Она будет вот сейчас у нас стартовать, мы будем презентоваться на премии на всякие, вот, клип, естественно, тоже у нас будет, ротация по телевидению. У меня очень интересный был режиссер, этот человек сказал мне в какой-то момент: «Корнелия, я хотел бы снять маленькую девочку в нашем видео». Я говорю: «В смысле, какую маленькую девочку?» «Ну, там совсем маленькую, крошечную девочку». В итоге мы еле-еле нашли 5-летнюю девочку, которая будет сниматься в нашем видео, вы это все сами увидите. Она очень веселая, очень позитивная, и это действительно впервые, наверное, такое видео я не видела, на самом деле. У нас все как-то в шоу-бизнесе пытается больше пафоса, больше каких-то непонятных моментов, а хочется лишь просто какой-то вот, ну... А мы ближе к народу, да? А мы ближе к народу. Замечательно. Во-первых, у нее очень красивые, потрясающие луки. Вот она сегодня удивила своим костюмом потрясающим. Очень синхронно танцевали ее группу поддержки. И она молодец, она никого не копирует. У нее есть свой собственный индивидуальный стиль. И у нас на российской эстраде мало таких артистов ярких, у которых есть свой собственный стиль. Это очень важно. Во-первых, Корнелию я знаю очень давно. Я знаю ее с самых истоков, когда она еще была в фабрике. И Корнелия моя подруга. Я ее очень люблю, я очень ценю, очень дорожу этой дружбой. А прежде всего, потому что, ну, она человечек. Она прям волшебная, она позитивная, она талантливая. Она абсолютно без комплекса. Я сегодня в таком комбинезоне шикарном, как и всегда, в смелом. Поэтому смелости я не буду желать ей не занимать смелости. Вы
посмотрите на Корнелию, да, она прекрасна в своем теле, и, честно говоря, у нее такая энергетика сумасшедшая, бешеная, что я от нее заряжаюсь. Спасибо, моя дорогая, я тебя очень люблю. Голоси в песню тоже я не пожелаю, они уже, это присутствует, я не знаю, что пожелает нас. Я всегда удивляюсь, я буквально на днях ей говорила об этом по телефону, просто умница. Вот все, что она не делает, у нее все получается, ну, на 100%. Это просто дано Богом. Здоровья тебе и твоей мамочке. Я управляющая этого заведения и Ля Музон. И Корнелия все праздники отмечает у нас. Я очень счастлива и рада, потому что мы ей делаем максимально хорошо. И я рада, что сегодня презентация проходит именно у нас. Сегодня огромное количество друзей, гостей, журналистов. Спасибо вам огромное, что вы все пришли и поддержали нас, Корнелии, в данном случае нас, потому что мы это организовывали, мы очень старались. Праздник получился волшебный. Концентрация высшего качества в самом центре столицы. С вами была Машенька Чибисова, Александр Василишин и Live 3 News. Увидимся!